Так, добрый вечер, Латвия. Опять видео. Смотрите, закат, закат. Во. Восход – это когда солнце утром, да, правильно? И закат – это вечером, когда уходит. Вот. Видите, у нас здесь закат. Не знаю, как там камера против солнца будет снимать. Ну, просто, в общем, у нас закат. Красивый тут это. Вот. Красивый закат. Значит, в чем дело? Неделю назад, прошлую субботу, начал новый проект. Домик-кубик. Смотрите, он был светлый, и сейчас он потихонечку, смотрите. Вот он какой стал. Темненький. Покрасил. Как в Ютубе пишут, черный цвет – это цвет настроения, да? То есть, если хочешь себе хорошее настроение, то надо вот объекты красить черного цвета. И я люблю черный матовый, вот. Верхушки не успел, тут надо лестница, и вот. И лестницу увидите скоро. Вот она, лестница, да, вот. Так что, такой кубик. Интересный делаю. Будет как модуль, и можно будет таких ставить рядышком. Или ТА, или, короче, сверху друг над другом, или рядом, или Т-образно, или П-образно, как который называет. Вот. Так что, ребята, вот такое дело. Сейчас я лестницу уберу. Вот он. Вот он такой черный матовый, мой любимый. Цвет настроения, да? Да, вот такой я делаю. Вот, через неделю попробую все докрасить и собрать. Поднять эти тяжелые брусы наверх. Вот. И попробую этот кубик собрать. Ну, как-то так. Ребята, вот такой. Ширина 2,40, длина 5,90, чтобы в грузовик манипулятором залезал. И высота 3,20. Общая даже еще больше. 3,36. Общая полностью 3,36, а внутри, если на полу будешь стоять, то до крыши 3,20. Ну, в общем, будет плоская крыша. И вот какой-то такой интересный захотел делать здесь у себя, чтобы клиенту уже готовенький такой привез, манипулятором поставил, ему мало 12 квадратных метров. Рядышком второй, хопс, 24, еще 12, еще 12, и так можно наращивать. И мой любимый вариант был бы, что два рядышком с маленьким промежутком, скажем, метр друг от друга, и сверху поставить третий. Два снизу параллельные, чтобы такой проходик был, ну, максимум метр, и сверху этого, и вверх получается тогда 6 метров от земли, да, и там спальню, без штор, без ничего, там огромная вся комната спальня, ну, там спальня, гардеробчик, ну, что там, чего там, не знаю, но в любом случае, ты 6 метров над землей, так как я романтик, то вот это все дело люблю. И прикиньте, вы ночью спите, звезды, звезды, и вы видите вдали там косули бегают, там поле, там этот комбайн, вот сейчас скоро урожай, здесь рядышком будут комбайны идти, тут эти журавли собираются скоро улетать осень туда-сюда, и будут эти птички, и звуки, и там, о, короче, романтика, прикиньте, 6 метров, а, и там 6 метров, это же у меня сосны, сосны, смотрите, дуб, да, о, какие там, дуб растет, и еще какое-то там дерево огромное, вот это, не знаю, как на русском, вот, и прикиньте, 6 метров там чуть не с этими верхушками этих, ну, деревьев, да, и там осень, темно, ветер, там буря начинается, там этот, как его, ну,
деревья туда-сюда, все двигается, все, а ты спишь 6 метров над землей, и красиво ночью звезды, прикиньте, звездная ночь, там луна, да, например, не знаю, есть, нету, короче, ну, это с луны, без луной, короче, ребята, главное романтика, да, и зимой вообще, прикиньте, такой снег, вихрь, снегопад, там, там вообще в первом этаже все, там, там третья мировая идет внизу, а ты наверху 6 метров. Ты тут это, как его, у тебя под хвостом все, что на первом творится. Правильно, ребята? В общем, так что делаем такие... Дом, понимаете, у каждого... ну, каждый какой-то вот объект должен быть со своим... Ну, story, story, как на английском, да, понимаете, со своим этим story, да, вот, вот, если объект какой-то там просто, ну, вот так вот, это вот, даже, даже собачью будку, прикиньте, будку для собаки, да, вы можете сделать с историей, понимаешь, этот пёс, например, будет там пёсу, не знаю, ну, сколько там, 80-90 лет, да, и пёсик вспомнит, вот, вот это как у него там в молодости ты будку поставил туда-сюда, пёсику ты расскажешь там, пока будешь строить, скажешь ему, почему так, 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 а он будет в старом возрасте, там, не знаю, 80-90, да, там, хромой, а вспомнит вот эту историю, как вы ему раньше рассказывали, то есть он на всю жизнь это запомнит. Так что давайте даже псам, они же тоже романтичные, и давайте им тоже делать жизнь такую веселую.